успел. Березин, Алексей Аркадьевич, подъехали к пенсионному фонду Сермского района. 17 число, да, сегодня? Или время 9 часов, 10 минут где-то. Угу. Вот, пойдем сейчас. Смотрим. Как раз пенсионный фонд. Пенсионный фонд России по Российской Республике Мурят. А, вот, Сермского района, да? А, вот. Извините. Повешено сказать. Он хотел. Здравствуйте. Да нет, фамилия моя Кузнецов. Вы получите копию пенсионного дела, передел Алексей Алексеевич. Вы Алексей Алексеевич. Не решить, да? Да нет, почему специалисты пускай решают, вопросов нету. Там же есть ну, замы. Да. Тем более я с Козловенска приехал. Письмо есть, что урегулирует. Разрешает вам данный вопрос. Так, кому? Да, да. Кому нужен? Нам бы кого-нибудь из замов, да. Да, будьте любезны. Да, хорошо. А выйду? Ну хорошо, подождем. Да ничего страшного нету. Сейчас мы в кабинет, наверное, пройдем. Что, здесь что, здесь что, не будем мы разрешать этот вопрос? Да, просто, да, я вот понял. Мана, здравствуйте. Да. Ну, если про Ляутка, Павлят. Ты же добрейший души человек. Всем, а только не тебе. А потом ходишь, ой. Ну, не гоняться.
подавали, я охуждал. Просто, мы тебе вот это делаем, где-то... Да не надо, вообще. Когда уже более часов... Да, там он ничего не возьмешь и не дают уже. Нет, интересно, вот сейчас государство интересно, что дают, приходится порой бывает боем добиваться, да. Что обязано, что положено. Да, что положено, что заработано. Кошмар. Ну, государство, да. Закон говорит вот так. Да, пожалуйста, берите. Но государственным муниципальным органам обращаешься и говорят, извините, обращайся. Что такое, ну, блин, обязано. Вот так написано, черно по белому написано. Ёпмар, ну что такое, говорит. В свое время, я говорю, советское время все ругают? Ага, вот, плохо, да, извините. Тогда, что по закону положено, я помню, настаивали, получили. А сейчас? Действительно, воин ведь что? Такие приколы создаются. Бюрократизм, по-моему, больше стал, чем в советское время. На пенсии по льготам, например, электрогазоплатить, уже не дают. Льготы нет, потому что слова переставлены, да. Как есть, на самом деле, вот если человек работает, если удостоверение имеется, газоэлектроточка, извините, пожалуйста, он, значит, взяли по профилю человек, и он его работает по профилю. Тихонько, но даже... Находится на плаву еще, сказал я. Это вопрос, я не рыбак, как говорится. Да, пойду. Болото превращается у нас в Волгу. Цветет зеленое, кувшины, кувшинчики всякие цветут на Волге. Ну это же это болото, кувшинчики растут, цветут. В болоте. У нас застойно. Волга-то она стоящая уже стала, понимаете? Она цветет, там купаться невозможно. Вот так посмотрите. Из-за Чебоксарского бьется это, безусловно. Сейчас, когда 68-ю отметка, это дело времени, конечно, я так полагаю. 68-я отметка. Потом совсем будет стоящая. Это вообще, и сколько затопит вот эта земля-то? Ужас. Сейчас купаешься, ладно, я уже сейчас не купаюсь, я пару раз искупнулся, где-то в июне месяце, еще более возможно, а сейчас. Uh-huh.
Богатырева, да? Это Римма Гаврилова. Римма Гаврилова. Заместитель? Или да, как? Хорошо. Ну, в отсутствие начальника, значит, она... Ну да, тогда мы права его. Здравствуйте. А, Рима Гаврилова, да? Да, это... Здравствуйте. А, это вы, значит, приехали? Это Мадемьяк, да. Да, 350 туда. Там 30 туда. Угу. Нет, почему? Подождите, подождите, не надо. Или что? Просто не хочешь, чтобы послушала? А Богатырева Римма Гавриловна? Рабочая обстановка, ничего страшного нет. А вот. Так. Нет, мне вопрос на данный момент не надо. Я не с вопросом я приехал. Я получить копию пенсионного дела. Копию пенсионного дела? Да. Копию пенсионного дела нет. Позвольте, еще раз повторяю, двоякое толкование закона не допускается в Российской Федерации. Я вот сам работал по юридической линии. На данный момент, если в Сернском районе такое отношение к пенсионерам, я не знаю. Позвольте, я вот работал еще раз, я в Космодемьянске, да, вот пенсионное дело, оно полностью копируется и надлежащим образом заверяется. На данный момент я не уйду никуда, пока вы не делаете копию, можете вызвать полицию или прокуратуру сразу возьмите. Почему? Потому как я не допускаю такое отношение законодательства действующего.
позвольте мне вот на данный момент реализовать в полном мере защиту моего доверителя. Так, сегодня заполучения нету. Меня, знаете, вы заместитель, позвольте. Я не заместитель, я не хотела только. А где вы? У меня права нету. Вызвали. Так. Вот, надо было, мы там написали, как написали, Вот. Можно было согласовать. Слушайте, там не написано по тому, что... Это, знаете, когда мы письмо пишем, мы тоже согласуем с отделением. Отделение дает добро. В таком плане написать письмо. Ведь так, закон закона, значит, вы, а толкование по-разному, да? Понял? Я так понимаю? Толкование или закон, то ведь люди сейчас. Позвольте, я как юрист, я еще раз повторяюсь, двоякое толкование не допускает закон. Двоякое, позвольте, я как юрист. Не зря я учился и не зря я свой хлеб кушал. И на данный момент позвольте мне в полной мере осуществлять свою защиту. Вопросы у меня возникнут, есть ряд вопросов, которые... будет, честно говоря, уже другие компетентные органы. Необходимо для того, чтобы в полной мере реализовать мои обязательства перед моим доверителем, необходимо мне получить полные сведения. Сейчас отказ выдать мне документы будет вопреки части 3 моей статьи 55 Конституции Российской Федерации. Еще раз говорю, Конституция прямое действие имеет и во всех государственных муниципальных органах. Здесь на данный момент государственный муниципальный орган обязан максимально открытым быть. Максимально открытым. Сейчас мне предоставляют документы, которые непосредственно касаются моего доверителя. Вы препятствуете реализации его конституционных прав. Изучение. Вы, следовательно, если вы не выдаете, следовательно, есть что вам скрывать. Я так полагаю. Вот предоставьте, пожалуйста, еще раз. Я никуда не уйду еще раз. Я приехал с Козмодемьянска, здесь не в районе. Вы со мной не спорьте. У меня есть непосредственный руководитель. Руководитель сегодня нет. Еще раз говорю. Я никуда не уйду. И вот все равно. Понимаете? Так, тогда специалисту мне, вот, который выдали охранника поставьте, чтобы он смотрел, чтобы я ничего не вырвал, ничего. Я буду а сейчас... Что вырвать, я это дело я вам не дам. Вы не даете? А зачем я вам дам-то? Листайте при мне. Ну давайте я полистаю. Полистайте. Ведь согласно закону 210 мы так и написали. Еще раз, Конституция Российской Федерации приводится. Немножко за меня послушайте теперь. Мы-то ведь тоже просто так не сидим. У нас в отделении все специалисты, все юристы сидят. Так. Юридический отдел работает, они тоже не первый день сидят, так. Они тоже свой хлеб кушают. Вы с таким голосом возмущение. Как это. И, позвольте, я не старший образование. А я разве что-то сказал? Я требую то, что закон требует. Закон-то требует. Зачем закон-то тогда? 210-й федеральный закон дают. Вот двояко пишут тогда. Позвольте, Конституция, она прямой действие. Еще раз говорю. А то, что извините, пожалуйста, если налогоплательщик платит для содержания. А я не спорю, а я требую. Здесь спорить не надо. Я даже... Требуйте, только копии не могут. Руководства нет сегодня. Если руководство дало бы разрешение, тогда мы сделали. Тогда сколько, когда будет? Завтра будет? Я не могу сказать. Я специально останусь, если на то пошло, специально останусь, чтобы завтра это руководство было здесь. И вопрос, что ли, на каком основании вышло? Нет, позвольте, мы обоснованно, позвольте, подождите, позвольте, обоснованно, мои претензии. Почему? Потому что государственный муниципальный орган, предоставляющий услугу населению, население платит, содержит вот данный пенсионный фонд, позвольте, пожалуйста. Я не говорю, я требую. Позвольте, листайте. Листать, я не хочу листать, я хочу изучить. А изучить необходимо мне копию вот этого дела. Вот изучите, а там копию-то, мы вам ответ дали. Я не согласен, мне не надо мне вот это. Вот вы отписки сделали, мне отписки не нужны. Ну если в законе так четко написано. Еще раз повторяю, Конституция прямое действие имеет. Я добивался и буду добиваться своего. Я хочу, завтра будет, вы выясните, пожалуйста, завтра будет это руководство? Я не могу сказать, завтра будет. Контактный телефон есть у этого руководства? Подчиненные руководства не звонят. Вы, если сейчас надо вышли... Я не зам. А кто вы? Я начальник отдела. Вот тем более, начальник отдела это заместитель вот, руководителя. Заместители утверждают приказы. А какого дела? Нет, позвольте, начальник какого дела? Рима Гавриловна, начальник отдела кого? Чего? Начальник отдела назначения, перерасчета, выплаты пенсии и оценки пенсионных прав за страховых лиц. Хорошо. Следовательно, вы подчиняетесь своему руководству? Естественно.
Следовательно, вы являетесь одним из замов. У нас замов нету. Не может быть. Ну, изучите тогда все. Я изучать не собираюсь, я буду требовать. Требуйте все, отделение пенсионного фонда по республике Марьев. У нас замов нету в управлении я. А кто исполняет обязанности в отсутствии руководителя? Чтобы препятствовать... Я на такие вопросы... Вы не... Зачем я должна вам такие, за такие вопросы отвечать? Извините, у меня доверие есть на данный момент. Я имею право узнать. Это не тот вопрос, который... Почему? А кто исполняет? Кто исполняет? Еще раз говорю, кому обратиться по моим вопросам? Ко мне. А дальше вот это... Насчет копии она решает. Она решает. А вместо него кто? Ничего. Почему? Я не могу вам ответить. Есть должностные обязанности, есть все остальное. Можете почитать, если вы пенсионный закон знаете. Отношения хорошие, все хорошее. Стаж есть, зарплата есть. Все есть, отчисления есть. Отчисления он сейчас может в эту выписку сразу из себя получить. В течение раз в год имеет право по закону получить. Трудовую книжку, то копию, у него подлинник. Возьмите, досветьте сразу. Все странички должны быть. Не надо кому моему доверить, позвольте. Нет. У меня вопрос, подождите. Нет, подождите. Позвольте. У меня вопрос, который доверителю, я урегулирую сам. На данный момент вопрос к пенсионному фонду, который наблюдатель делает на данный момент, пенсионному делу. Следовательно, я имею право, как доверитель, получить копии. Потому как у меня вопрос, который есть, урегулирует компетентные органы. Но не сейчас. И моему доверителю вопрос не допустим. Если копию, вы состыкуйте к всей страничке. Зачем копию-то подлинник у человека есть? Нет, подождите. Позвольте еще раз для того, чтобы мне аргументировать и мотивировать свои обращения к иные органы, мне необходимо, что имеется дело в пенсионном фонде и которое не урегулировано на данный момент или же нарушено право моего доверителя. Согласитесь? Я не собираюсь судебные вопросы разрешать. У меня... Я не участвовал в суде, вы знаете? Я не участвовал. Извините, я прекрасно понимаю, судьи, марийские судьи, они коррумпированы. Я прекрасно... А я вам обоснованно заявляю. Да? Да? Обоснованно я заявляю. Я видел. Безусловно. Нумерацию проводили работники пенсионного фонда. И вот и в связи с этим, которая нумерация имеется у него на деле. Я вижу, и там прекрасно. Мы спекуем. Что он предоставляет подлинникам, и потом все это сканирование. Я хотел бы, честно говоря, получить информацию, когда будет руководитель. Я вам на такие вопросы не могу ответить. А кто может ответить? Я только выполняю работу указаний. Не могу... Вы сами же говорите указания. А что указание было сейчас надо? Руководитель скажет, например, сделать, я сделаю. Руководитель не скажет, не сделаю, я не сделаю. Есть закон, есть закон. Выше прыгать нельзя. Нет, вы сейчас сказали исполнять указания. А на данный момент предоставить вот это дело. Еще указание было? Я еще не в милиции, например, на себя вопрос отвечать, да? Почему? Не милиции? Мы... Нет, да. Вы сказали указание выполнять. А еще указание было? Указание дали, письмо жалобное поступило, мне указание написать дали. Я исполнил все. Вот это пришло. Кто начал заявление, тот получил письмо. Не просросили, все в норме, по закону, какой должен быть ответ, такой ответ мы вам дали. По его этому размеру, потом оценки, мы ведь ничего не можем сделать. Я просмотрю просто разговор еще, потом я выписку определенно сделаю.
выписку определенную сделать, вот такой вот скажет, выписку сделайте. Если документы... И выписку тоже нельзя да. делать? Я на просмотр только с вами сейчас дам, и консультацию могу дать. Нет, я выписку могу делать? Ну, сделайте, вот архивный штраф вот такого числа. Сейчас. Это организация действует, и вы там снова можете здесь вас. Не хочу я туда идти, и у меня, я хочу получить те документы, которые у вас есть, понимаете? Ну, не положено по закону, 250-й федеральный закон. Что вы это, блин, за закон? Он, ну, знаете, вопреки Конституции Российской Федерации. Закон устанавливает выше. Конституция имеет прямое действие и прямое действие. Там сами устанавливают, одобряют. Не один человек одобряется. Там несколько инстанций, сами знаете, как юрист. Конституция имеет прямое действие в Российской Федерации. Но Конституция, самым связанным Конституцией, Конституция подчиняется к этому и еще закону, идет ведь раз в латыни. Когда федеральный закон в кое противоречит Конституции, применяется Конституция. Так что мне не надо говорить здесь. Я не могу сказать, Павел. Давайте я не хочу, у моего доверителя я сам урегулирую вопрос. У меня вопрос к нему нету. У меня вопрос к пенсионному фонду. К пенсионному фонду расчеты посмотрите, если полный расчет, мы ему 15 000 никак не можем назначить. Необходимо мне изучить полный расчет. Эта выписка, он сейчас может перепроверить, заказать вот эту выписку. Эта выписка, мы даем. Он может сейчас заказать, у него на руках это тоже выписка есть. Потому что каждый человек имеет право получить перпенсионный счет в пенсионном фонде вот эту выписку. Что организация предоставляла, какие отчисления это сделала. Все. Пожалуйста, он сейчас пойдет, еще дополнительно может он получить. Только в определенном сроке эта выписка хранится в Москве. Через Москву она идет. Нет, и в определенные сроки получения этой выписки. Сегодня она не заказала, он может прийти через требуемый срок, я если срок не знаю. Вот. Пожалуйста. А это консультация делается. Человек, например, это тоже можем вам дать. Человек, вот, например, до прихода с подачи заявлений мы определяем право, сколько стажу, сколько чего, все остальное. И все эти вот эти. Вот видите, он уже Я исполняю. Как начальник отдела, я все исполняю. Какое письмо такое пишут, естественно, не исполняют. Исполнитель это здесь мне не рядом стоит. Это индексация у нас. Аккуратно, по закону, по индексации, индексируется. Это расчет полностью ведется. По формуле. После выхода на пенсию он предоставится сроками вход. Делается копия не выписки. Статус получается не работающий. Вот это с трудовой книжкой записи. Уволен, когда уволен. В 11 году, в сентябре, 12 уволен. А при первоначальном он еще статус уволен как работающий. Маленькие распределения делаются индексацией. Это же корректировка без заявления. Каждый год мы с августа месяца производим без заявления корректировку. Человек никуда не ходит, пенсионер, мы сами все работаем. Если он работал, значит, на лицевом счете что-то есть. Если организация перестрела деньги. Подавал, чтобы пункты, он работает, например, по этому пункту, по третьему пункту, он хотел и третий, и четвертый пункт. Четвертый пункт гласит по старому закону 1998 года. Естественно, судебный процесс, вот, кстати, на сторону, не положен в законе так, или делается. Это что он получал? Каждый год по месяцам идет, что он получал. Это индексация. Кстати, вот размер, сколько идет, какой период я должен. Индексация, вот когда у нас индексация, в апреле месяц 2013 года, вот. Вот.
апреля месяца, с апреля 2013 года подписал постановление об индексной отчетности. Вот это все дело. Пенсионный дел превращается, если пенсионировать все, например, в протяжении получения выплаты пенсии, все превращается в выплатное дело. Теперь расчет могу впереди показать, как и рассчитывается. Сейчас я выписку сделаю. А сфоткать я могу? Нет, такого-то не физически положено. Где на... Я сфоткать хочу. Сфоткать хотите, куда руководство скажет. Пожалуйста, возьмите руководство и все. Я из-за вас не хочу без работы остаться тоже. Есть инструкции, работаем по инструкции. Нигде не написано, что человек идет, придет и сфоткать еще может. Один человек у нас тоже бегал. У него вот у него на руках есть. Вот эта распечаточка, все у него на руках. При назначении пенсии мы ему все на руках. И это дали. На данный момент, я к вам обращаюсь, извините. Я не к нему, у меня вопросы к нему еще на данный момент. Нет, у меня вопросы к пенсионному фонду. Видите, вы создаете препятствия мне для того, чтобы разрешить данный вопрос. Идет руководство, пожалуйста, хоть как работаете. Так. А я еще до пенсии тоже должна доработать. Ну, до пенсии я не знаю. Вот вы-то не знаете, вы молоды еще. А мне осталось чуть-чуть, и я не могу из-за одного человека остаться здесь при существовании. А он получает у нас лабу пенсию. Вот смотрите, заработная плата. Так, у него заработная плата 1,189. Чуть-чуть не хватает до 1,2. Так, позвольте, у меня вопрос такого характера. А расчет пенсионного выплат, да, состоит из... Со скольки берется? Сколько месяцев берется? На дату подачи заявления. На дату? Смотрите, позвольте. Я говорил, вопрос. Нет, я вам вот в форме собеседования сейчас надо. Смотрите. Сколько месяцев берется средний месячный заработный плат для того, чтобы взять по формуле посчитать потом? Вот смотрите, по закону, статья 30, там четко написано, статья 30, вот в Дубинске написано, по выписке лицевого счета 2000-2001 год, автоматически мы берем, смотрим, и за 5 лет тоже, выписки у нас 1997 года, 97 анализируем, вот смотрите, вот, не фоткайте. Да я не фоткаю, я имею телефон. Не телефон, это вы фоткаете, если... Нормально. Если пишете. Я пишу, и нормально для компетентных органов потом будет. Чтобы мне потом не препятствий не было. Чтобы вот потом... Я не заметила, что вы пишете. А это, между прочим, тоже нехорошо. Хорошо. И будете отвечать уже перед компетентными органами. Еще раз, я подключу сейчас прокуратуру. Я буду, потому как вы препятствуете мне для того, чтобы... Нет, что мы нарушили-то? Вы не предоставляете все документы, которые... Еще раз, федеральный закон, когда противоречит Конституции, прямое действие имеет Конституция. На данный момент вы лишаете меня в полном мере защищать свое выполнение. Вот да, вы поняли, что я веду видеозапись. Сейчас на данный момент будет предоставлена соответствующая компетентная органа. Вы меня лишили сейчас на данный момент полной информации. Выбор, предоставьте мне копию. Все. Руководство придет, скажет мне копию сделать. Даже сфоткать вы запретили. Где не положено. Где написано не положено? Где написано, дайте мне, покажите. Доступ, во-первых. Давайте покажите. А видео, аудио нигде не запрещается. Это государственный муниципальный орган. Мы сейчас в прокуратуру идем на данные. Во-первых, руководителя нету, и вы лишили нас. Вы меня лишили практически информации. Я вынужден буду обращаться в прокуратуру. И под компетенцию занимаемой должности ваш тоже будет. Еще раз. Здесь прокуратура потом выберет нас. Они еще страшно. Они еще страшно нету. Делом сейчас перейду. И вы расскажете. Пускай копию вы мне предоставьте, я не буду обращаться. Еще раз. Я поехал в прокуратуру. Еще раз. За мою практику, в которой я работал, я добивался и буду добиваться. Все, спасибо, Римма Гавриловна. Просто вы решили меня сейчас на момент. Все, до свидания.
открытие. У нас поступили таким образом Сернурское отделение пенсионного фонда. Вот мы с опять идем дальше. Был свидетелями своего этого. Дальше опять.